был интендант третьего ранга Петр Иванович Артемьев. Он возглавлял Веркоман с 1931 по 1940 года. С 40 по 43 год. Техник интендант первого ранга Петр Андреевич Глухов. С 43 по 47 год. Техник интендант первого ранга Андрей Васильевич Гурский. С 47 по 54 год капитан Хусаинов. 54 по 55 год подполковник Емельянов. С ноября 1955 года по март 63 во главе военкомата майор Давыдов Николай Павлович. Я думаю, что эта фамилия всем известна здесь сидящим. 22 марта 1963 года Бавлинский районный военкомат был расформирован и 6 апреля 65 года вновь образован. Тогда на должность снова был назначен, но уже подполковник Николай Давыдов. С 1971 по 76 год военным комиссаром был подполковник Чернышов Иван Матвеевич. С 76 по 77 майор Петров Валерий Николаевич. С 78 по 83 майор Вафин Рашид Закирович. С 83 по 89 года майор Гизатуллин Нафис Галевич. 89-93 года майор Шарафутдинов Ренат Гарафутдинович. 93 по 2000 года майор Галеев Анвар Агдамович. Вот сегодня присутствует здесь в зале, да, у нас? Аплодисменты. 2000 по 2005 года подполковник Патышин Рамиль Хамзеевич. Из 23 мая 2005 года и по нынешнее время на должности военного комиссара подполковник Халитов Ильшат Назимович. Дорогие друзья!